Когда начинается весна? 1 марта, ответит статистика, сошлется на календарь. С таянием снега и установлением положительной температуры, возразит синоптик. Но есть и другой ответ – со встречи Масленицы. Так на Руси повелось с языческих времен. Это утверждение остается верным и сегодня. Масленичная неделя уже началась, а старт ей был дан 23 февраля в сельском поселении совхоз имени Ленина. На ярком, шумном празднике побывала и наша съемочная группа. Внимание на экран! Воскресное утро было промозглым, с облачного неба лил дождь, но это не помешало масленичному поезду весело въехать на центральную площадь поселка совхоз имени Ленина. Здесь его прибытие уже ждали жители и гости поселения, поодиночке, компаниями и целыми семьями. Большой праздник проходил 23 февраля, а потому он объединил и открытие Масленицы, и День защитника Отечества. Мы решили, что начинать так начинать. Мы всех поздравляем с праздником. Желаем, чтобы масленичная неделя была для всех веселой, замечательно. Вот я думаю, что у нас как она начнется, так мы ее будем всю неделю праздновать. Тон народным гулянием задала российская певица Вика Цыганова. И, конечно, первые поздравления мужчинам. За мужчин сильных и красивых, за мужчин умных и любимых, за мужчин за наших, за самых настоящих. Следом традиционные хороводы и игры, как символ встречи долгожданной весны с ее ярким солнцем, журчанием ручьев и щебетанием птиц. Чем дружнее проводы зимы, тем скорее она нас покинет. Весна! 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 Праздник замечательный. Весело, тепло, весенний дождик. Весна скоро-скоро придет. Хорошее настроение должно быть. Я готова за весну побороться. А какая же масленица да без блинов? Народная мудрость предостерегает, кто на угощение поскупится, за год разорится. И здесь радушные хозяева постарались, чтобы блинов хватило всем. 500 блинчиков напекла и угостила всех! Угощайся, люд честной! Тем временем представление набирало обороты. На площади показались дружинники. Они продемонстрировали умение владеть мечами и раскрыли некоторые секреты подготовки древнерусских богатырей. Сегодня вашему вниманию представлена реконструкция дружины Ярослава Мудрого. 9 веков назад вот такие вот дружинники и составили первую ядро регулярной русской армии. На смену дружине «Серебряный волк» пришли бойцы дней сегодняшних, курсанты оборонно-спортивного клуба «Ратник». И главное не повторять ни того, что увидели сегодня здесь дома, без особой подготовки. Свое показательное выступление воспитанники клуба посвятили всем защитникам Отечества. Есть такая профессия, Отечество защищает. Мы хотим, чтобы выросли нормальные ребята, крепкие, здоровые, сильные телом и духом. Всех граждан города Видно, Ленинского района, всей страны с праздником. То, что ратники показали, вообще бесподобно. Отлично, все замечательно, молодцы наши ребята, все, спасибо. Ребята просто молодцы, очень здорово выступили, классно. Очень интересно, да, очень понравилось. Хорошо ребята подготовились, молодцы. В этот день каждый смог попробовать свои силы в сборке-разборке автомата, поупражняться в стрельбе из исторического оружия лука и примерить доспехи русского воина, которые, кстати, весили 11-18 килограммов. И для того, чтобы в них вести бой, нужны были недюжая сила и подготовка. Если правильно подобранный доспех, когда он тебе сидит как домашние тапочки, он практически нечувствительный, если в нем постоянно заниматься. Потому как весит этот меч, можно понять, что было нелегко. Воины сразу потели. Щиты тоже нелегенькие-то. Нешуточные страсти кипели на взятии крепости, где прячется Масленица. Это тоже одна из традиций народных гуляний. Взятие крепости проходит в последний день Масленицы, так что эту битву можно назвать репетицией. Но вот доживет ли снег до следующих выходных? И так из-за теплой зимы снежную гору пришлось подготавливать необычным образом. Если в Сочи при плюс 15 и они снег ищут и находят, то мы, конечно, при плюс 2 тоже можем найти снег. Тем более, что снега мы заготовили очень много.
и в определенное время его складировали вместе в таком хорошем. Потом привезли, видите что? Несмотря на любые погодные условия, у нас все равно будет и снег, и все как положено. В течение более 2 часов продолжались народные гуляния на улице, а потом всех гостей пригласили в Центр культуры поселка, где Вика Цыганова выступила с праздничным концертом. Татьяна Акимова, Алексей Ильин, Елена Кошелева. Видное ТВ.